Всем привет, добро пожаловать на канал, с вами Жанка Англичанка. Я нахожусь в Австралии, порт Макварии. Сегодня я отправляюсь в небольшое путешествие по порту. Немножко, не знаю, 2 часа у нас, в общем, будет поездка на лодочке по местным окрестностям. Так что покажу вам все, что интересное увижу. Надеюсь, будет очень интересно, здесь очень здорово. Погода была немножечко такая не особо хорошая, было так пасмурно, дождичек, но вот постепенно устанавливается снова очень жаркая, классная погода, солнечная, где-то, наверное, плюс 30 градусов уже, супер. Но сейчас ждем еще немножечко народа и отправимся в путь. Сейчас я вам покажу немножко уже отсюда, такой вот он. Так, ну это с другой стороны порта, просто мне здесь интересно вам показать. Смотрите, лодочки такие стоят. Такая кучка пеликанов вон столпилась. Пока они не улетели, хочу вам сейчас заснять, показать. Вот они. Греются на солнышке, уже, наверное, накушались. Отдыхают. Обеденный у них сон. Ну и вот тут с этой стороны очень красиво здесь, видно песочек. Такой залив. Океан сам начинается немножко с другой стороны. Я не знаю, мы будем выходить в океан или нет. Скорее всего, нет, наверное. Мы просто как бы по речке. Ну, как бы, не знаю, речка там еще есть. Это, наверное, тур не по реке. Здесь разные туры есть. Это называется эко-тур. Вот посмотрим, куда они нас завезут. Должны показать нам дельфинов, если они решат показаться. Ну, в общем, посмотрим. Это вот сама вот такая она лодка. Двухэтажная, я на втором этаже. И вот с этой стороны у нас сам порт уже, это порт Макварии. Вот отсюда идут вот эти все лодочки. Ну все, увидимся дальше.